Всем привет, меня зовут Тош, и это новая рубрика у меня на канале, посвященная играм, которые попадают и попали в Xbox Game Pass. То есть, если вы увидели какую-то игру, но не хотите устанавливать, вы можете глянуть, понравится, установили, прошли сами, не понравилось, пошли дальше смотреть, что-то другое искать. Если нас с вами что-то зацепит, то мы пройдем это от начала до конца. Вот, и первая игра, которую захотел пройти здесь, это посмотреть. Это Resident Evil 3 Remastered, че ремейк. Вот, поэтому будем начинать. Будем делать все одним дублем, чтобы было первое впечатление, потому что перезаписывать, когда ты уже что-то знаешь, уже такое себе. Поэтому погнали. Начать. Погнали. Так, надеюсь, игра не очень громкая, блин. Надо будет последить за этим делом. Сюжет. Так, продолжать мне нечего. Новая игра. Стандарт. Поехали. Capcom представляет. Расходитесь немедленно. По городу бродят разъяренные толпы. Власти ожидают сегодня на ДД. Бесчисленные мордобои, кочи беспределы. Пошло заражение. Raccoon City бедный, как всегда, страдает. Они слишком быстро говорят, блин. Честность, принципиальность, верность делу — это главные ценности, лежащие в основе Umbrella. Umbrella всегда врет. Нельзя доверять Umbrella. На этом фундаменте мы прожили, продолжим строить будущее. Хороший фундамент, блин, это что они такое сделали? Для кого такое будущее они устроили, блин, а? Так, тиран же был во второй части, кажется, здесь Немезис у нас. Где наша Джилл? В фильме, конечно, вот так убого показали, это просто писец. Такое странное существо было, блин. Точнее, не странное, а какое-то резиновое, неповоротливое, блин. Это ж мы сейчас за Джилл, да, вроде? И парень будет такой кучерявый. Я так и не понял, кто это, блин. Сесть поудобнее. Джилл, давай вставай. Так, а что у нас с Сенсой? Сенсой у нас жесть, как всегда, да? Драки, звук, графика. Управление. Настройки наведения. Это не то. Вибрация геймпада. Настройки управления. Горячие клавиши. Тын-тын-тын. Кнопка мыши. Круто, где камера? Чувствительность контроллера. Чувствительность мыши. Ну, блин, она так на минимуме. Давай еще меньше. При прицеливании тоже сделай меньше. О, так хоть как-то получше. Ну, наша тенюшка. Этим нас не испугает. Но это вроде уже не хоррор, это как экшен-хоррор. Как говорится, когда у вас есть оружие, то все перестают быть страшными. Вот в тот же момент. Так, я сейчас иногда буду посматривать на громкость. Вроде нормально, но... Надо будет сделать потише, скорее всего. Ну, это первое видео, после него посмотрю, там уже оттуда и буду отталкиваться. Так, девочки, плохо. Давай очухивайся уже. Ну и так, в принципе, можно.
Как вариант проснуться. Кто-то себя щипает, а кто-то себя пулю в голову пускает. Черт, да, да, глюк какой-то. Нефиг спать в такое время. С каждой ночью все хуже. Так, а я где? Че я от первого лица? Еще 3 дня. Я попрощаюсь с этим городишком. 3 дня, 3 дня. Ну, при свете поприятней. Откуда только свет бьет? Мы не можем присесть, да? Такие луны нету и фонарей. Странный момент. Бегать мы пока тоже не можем. Окей. Она голодная спать легла, блин. Потом кошмары снились. Че стол такой высокий, писец? Такое ощущение, что он ей по грудь. Я ж вроде не это... Не в присед хожу. Все орут. Тебя не смущает, что там полиция и все орут, блин, а? Прям как во сне, правда? Да нормас, бери ствол, погнали, блин. Ну, слишком спокойно, я, конечно, понимаю, что она в первой части много чего пережила. Во второй же части вроде не она была. О, третьего лица сделали. Так, бегать мы все еще не можем. Я понимаю, что по квартире никто не бегает, но когда спешишь, когда срочный звонок, почему бы и нет? Брэд, ты слушай, тебе надо выбираться оттуда. Ты о чем? Нет времени объяснять. Выбирайся оттуда сейчас же. Ладно, дай только. И нам помешали договорить и дочитать. Какой стрёмный чувак. Ну, сразу перелом таза и пару ребер. Еще лопатка с ключицей, скорее всего. Джо, беги. Ух ты, блин. Как ты вовремя упала. Случайность и не случайно. А оно поможет, блин? Ты видел эту махину? Давай, погнали, погнали. Вылазь, вылазь. Вниз. Та... Ничего себе. А, тебя не смущало то, что ты пока ходила по дому, все это оралось, блин, тебе в окно. И куда? Прыгай. Наверх, что ли, надо было? Наверх тоже не... Тут тоже нельзя. Так, ты там подожди чуть-чуть, дай я выход найду, ты не спеши там. А, фу, окно еще одно. Залазь. Какое это супергеройское приземление почти. Фу. Прям как хентая. Джу, полезли. Эксит. Сюда нельзя. Ну, нас игра сама направила куда? Чтобы мы долго не тупили. Шо ж ты к нам пристал? Беги, беги, Джилл. Хромая, блин. Он же тупой, как пробка.
Что он там мед говорит? Только Stars. Stars. И все. Тебе не кажется, что это его не останавливает? Отпусти стенку. Так, пехаль мы потеряли, да? Не очень хорошо. Как ты меня нашел? Брэд? Ты в порядке? Что это за тварь? Понятия не имею. Но у нее, похоже, зуб на двух последних Stars в городе. Я отсюда сваливаю. Ты только посмотри вокруг. Чем дольше будем тянуть, тем сильнее завяжемся тут. Что-то такое он там ляпнул. Почему все произошло так быстро? Не знаю, но беда никогда не приходит одна. Тут прямо Арклей. Так, блин, надо или рассматривать игру, блин, или читать. Эй, погоди, я здесь. Нам тоже туда? Нас там пропустят? Это должно быть сон. Как столько людей могли заразиться? Да блин, как... В коронавирус не жила. Неделей пол планеты заражено, блин. Коронавирус. Заразить всех. Мне нужны ваши легкие. То нужны были мозги все, а теперь легкие. Будем считать, что это коронавирус ходячий. А не месяц такой ходит, говорит, не Stars, а ковид, ковид. Да руку ему рубай, блин, говорят, помогает. Не думай об этом. В смысле не думать, нужно бежать. Да ладно, Джилл, мы оба знаем, что это конец. Нет, не знаю, мы ведь команда, конечно. Тогда будь добра, не облажайся, как я, иди. Дал себя скушать. Прости, Брэд, мы бросили друга. О, еще один пехаль. Забирай, забирай, забирай. Извините. Так, хорошо, доработают. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не. Прицеливание слишком жесткое. Камера, чувствительность в прицеле, еще меньше надо. Тут прям дергает так. Не знаю что. О. Фу, нема патронов. Так, нам сюда вообще. Автобус, наверное. Можно было посмотреть, что там, но у меня нет такого особого желания. Еще автоматически провазят. Тоже радует. Отстань, у меня нет патронов на вас. Потом как-нибудь разберемся. Там внизу, иди на крышу. Ну, дай бог, патроны найду, дойду. Так, а тут, есть тут стелс? А, сэр, тьфу, блин. Я уже увольнуть его хотел. Сказал, вертолет доставит нас. Какое еще безопасное место? Никуда я не пойду. Ну, съедят тебя. Приятного аппетита всем. Безопасно только здесь. Давайте я закрою. А, ну сам, хорошо. Закрывайся. Патроны 9 миллиметров, окей. А что у меня там еще? Пистолет и нож для самообороны, да? Чикать всех. Угу. Окей. Так, а что пистолет не, нет? Потом поменяю. Ладно, на двойке привыкну, думаю. Пошли. Ого. Не-не-не, песики, отстаньте. Я не Мила Йовович. Я всего лишь Джилл. Обычный агент Stars. Блин, наверное, когда-то такое было бы страшно, блин, вообще. Можно было бы и кирпичик отложить. Но когда ты уже видишь весь этот капец, который творится, блин, ты уже, в принципе, можешь предполагать, что... Ай, ты не кусай меня, выродок. Что за каждым углом это уже будет. Та шо ж с ними грызут-то? Окей.
Блин, ну куда мне? А, мне лифт. Все же. А, они же приехали на первом этаже тоже, да, вроде были. Отлично. Спасибо за доставку лифта. Бассерс. Вангуют, до четвертого доедем. Не, гляди, до пятого. И что, даже ничего не произойдет, серьезно? Я здесь, меня укусили, правда, но ничего страшного. Эй, залезай. Легко сказать, блин, залезай. Так, там патронов нигде нету еще. Хочу еще патронов. На будущее пригодится. Ну, кстати, этого я не ожидал. Думал, сейчас какая-то катсценка будет подруга, типа, я поднимаюсь, потом выпадаю, или на этом закончится, типа, вступление. Но не тут-то было, окей. Что? Форсаж? Давай, заводи. Давай, давай, ударь по ней. Блин, он весит там больше, чем эта машина. Мне кажется, что это реально ему похрен на это. Американские машины, блин, даже подушки безопасности нету. Ты боец, давай не плачь. Кто нас спасет на этот раз? Джилл нельзя назвать нефартовым персонажем, блин. Но как бы и удачи ей тоже немного не хватает. О, рожа открылась. Ползи куда-нибудь. Эй, урод! О, кучерявый. Эй, полегче, девушка, я помогу. Кто вы? Что вы делаете? Меня зовут Карлос, и я вас спасу. Идем, я отведу вас в безопасное место. А ракетницу зачем выбросил? У нас четырехзарядная, блин. Так, похоже, он от нас отстал. Надеюсь. Мы собираемся здесь выживать. Где это здесь? Мои ребята переоборудовали пару вагонов в убежище. Здесь безопасно. И я в порядке. Ладно, пространство личное. Понимаю, понимаю, погнали. Но как же так? Какой придурок их закрыл? Прости, придется в обход. Да пошли уже хоть как-то. Что знаешь об этих монстрах? Ничего, никогда еще такого не видел. Но это не зомби. Он знает, чего хочет и не остановится. Разве тебе не нравится? Нет уж, спасибо. Ну да, такой упорный, как это, преследователь, как обожатель, упорный обожатель. Ты шутишь? Шутишь? Черт тебя подери, это все случилось из-за вас. Стой, 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 о чем это ты? Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Да пошли, пошли уже. А двери закрывать не? Друг за нами хвост. Эй, капитан, этой красотке не помешала бы наша помощь. Карлос, ты даже не поинтересовался у красотки, как ее зовут. Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы полиции Ракун-Сити. Ее зовут Валентайн. Джилл, просто Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор.
Михаил Виктор, фамилия Виктор, хотя бы Викторович там, не знаю. Ясно. И как успехи? Город полностью отрезан от внешнего мира. Изолирован. Большая часть из сотни тысяч горожан погибнет. Или, точнее говоря, станет зомби. Мой взвод сильно потрепало. Даже их уберечь мне не под силу. Какие у него волосы, да? Может благодарить за это все свое начальство. Ну да, мы делаем все возможное, если сдвинем с места этот поезд. То сможем эвакуировать выживших. Но нам нужна помощь. В одиночку мои ребята не справятся. Ладно. Я помогу. Я в деле. Но я на их стороне, не на вашей. Да ладно, все в порядке. Мы тут все заодно. Спасибо, Джил. Ладно, суперкоп. Вот, держи. Это точно оставаться на связи. Я умею пользоваться рацией. Так, перво-наперво. Тебе нужно экипироваться. Поднимайся на улицу, там ты найдешь припасы. На улицу? Ну, то есть, типа, забери у всех, кого встретишь? Хорошо. Так, можешь сразу его лишить это? Мучений. В войне Z сразу руку рубали. Говорят, повторюсь, говорят, помогает. Да тут припасы у нас, вот первая полоса желтой газеты. Туманным утром спят от себя в полицейский участок Ракун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло детское нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую. Короче, здесь как начало, да, пошло. Наши репортеры отправили Спенсер Мемориал. За правдой вернулись с добычей, которая у нас... Вас, дорогие читатели, волосы дыбом встанут. Подробности на следующей странице. На следующей странице нету. Нету. Кусок зомби окота нашли, наверное. Или что-то такое. Это я опять. Ты уже поднялась? В пути. Какой у нас план? Старый здоровяк помог. Может, попробуем сделать так, чтобы метро опять заработало? Так, мне надо или идти, или читать, блин. Сначала восстановим подачу электричества. Хорошо. Ты мне это... Ага, это мой ящик. Так, 15 зарядный пистолет калибра... Так, окей. И нож. Тут пусто. Поможет? Нет, не поможет. Пуля в жопу ушла, блин. Драгоценная. Порох. Еще порох. Трава зеленая. Но с этим мы, слава богу, знаем, что делать. Чем я по хпшкам? Нормально, хорошо все. Объединение предметов. Некоторые предметы можно комбинировать с другими, как для освобождения ячеек, так и для создания совершенно новых предметов. Для этого нажмите плюс объединить. Порох с порохом. О, патроны. Отлично. На этом мы объединять не будем. Их можно потом объединять с другими вещами. Тин-тин-тин-тин. Тепенытиков. Красная трава лима. Так, ну это мы знаем. Это описание, это у нас обучение, что сделать с травой. Хорошо, хоть сохранение здесь не ограничено, блин. Не надо таскать этим, мучаться. Все, что вставить надо. Мне пока нечего. Это что? А, это ящик, да?
патрон для пистолета. Давайте одну траву пока сбросим. Как много всего надо сделать, чтобы хранить, блин, а? Хотя я думаю, у меня сейчас мало, вряд ли навалят просто кучу всего. Давай заберем ее обратно. Та, алло. Достать. Писец. Нельзя было просто перетянуть, что мне надо, и все. И опять мы в городе. Как много мне припасов, конечно, дали, блин. Еще выжившие. Быстрый шаг. Ага, это ворота. Окей. Дэши, скажем так. На геймерском. Так. Дэш не помог. А мне куда? Так, не туда точно, окей. Еще патроны. Вкусно, да? Что ж вы такие живучие, да? Серьезно, я же тебе всю башку прострелил. Отстань. Как ты без мозгов вообще двигаешься, блин, а? Что у меня с хпшкой? Внимание, окей, но внимание не страшно. Страшно, когда опасно. Тебе, слышь, одного меня будет мало. Здесь мне не туда. Карлос, я на главной улице. Куда дальше? Видишь высокую опору на линию электропередачи? Чтобы попасть туда, проберись через что-то. Через переулок в огне, возможно. Че, вроде тебя мелкие огоньки не мучали. Да пошел ты. Я где буду не успевать читать, я буду своими словами. Как страшно. Ух ты, как страшно. Да блин, я ящик хотел, отстань от меня, блин. Так, а теперь плохо, да? Да. Как ее использовать? Использовать. Там бочек нету. Тун-тун-тун-тун. Вы меня не видели. Я не хочу потратить патроны, чтобы их всех зачистить, чтобы найти еще потом, не знаю, 10 патронов. Так, не, а что там? Если там еще никто не поднимается, сходим наверх, посмотрим. Нет, никто, отлично. Надо быстренько, быстренько обследовать местность. Да блин, что ж они... Тут бочка, бляха. Что в нем? Да блин, порох, еще патроны. Пойдет. Это куда? А, это шоркат. Шоркат. Шоркат, шоркат. Что здесь?
О, красная трава. Отлично. Там котик на заднем фоне, не обращайте внимания. Ему скучно. Объединить с зеленой. Да. Спасибо. Это объединить с этой. Это объединить с этим. Как много дел надо делать, чтобы все объединить. Еще ходят. Ходят, бродят. Блин, хоть фонарик сразу есть. Читанина опять. Новый тоник для волос Самбрева. Про тоник не очень хочется читать. Пароль мы не знаем. А может тут где-то... А где книжка с тоником? Ладно. Вряд ли в книжке с тоником будет написан пароль. Тут пароль надо будет так поискать. Надеюсь, ножик не ломается. Вроде у него нету это целостности его. Так, Джилл хромая ходит, блин. Хотя с красной травой она лечит больше. Оставим пока. Можно включить свет? Нет. Ну, нельзя так нельзя. Ну, погнали дальше. О, еще патрики. Что много патриков наваливают, это подозрительно. Опять какая-то херня произойдет. А, я на ту же улицу вернулся, серьезно? Мы можем там всех зомби собрать? Блин, ладно. Агоу, зомби. Сюда. Сюда, говорю, тут вкусный я. Там тот не встал еще. А теперь вкусные жареные стали вы. Тут еще жив. Куда нам? Подожди, откуда? А, это другое место. Почему-то подумал, что тоже. Не, все, ходи себе. Ты меня уже не интересуешь. Кусачки нужны, правда? Да блин. Кусачки, хорошо. Патроны. Патроны, патроны. Слышу, как они там ходят. Тут надо отмычки, по идее. У меня отмычек нету. Вот зеленая травушка. Отлично. Замысловатая коробочка. И что с ней делать? Так. Одна 60 максимум, да? Окей. А если какая-то кнопка быстрого хранения, блин, подтвердить? А, на пробел. Да? А, нет.
Дважды пробел. Вот понятно. А, переместить Shift. Переместить. А. Как же неудобно-то, ладно. Джил, пока похромаешь. Глюки, не? А, у нас, в принципе, одна зеленая трава. Вот ее можно использовать. О, хорошо. Теперь хоть ходить нормально будет. А то ходит как калека. Тут мы не пройдем. Та ёшкин кот, блин. Опять куча зомби. Открой. Не-не, так. Как кинь. Пш. Отстань. Я хотел пробежать. А, это мы туда же вернулись. Теперь мы точно там. И куда мне? Отмычек у меня нету. Болтореза у меня нету. Хм. Чтобы сюда вернуться. А сюда зачем? Какой-то навигатор вообще есть? Что мне делать, блин? Восстановите питание с подстанции. Потушите огонь. Потушите огонь чем? Это мне куда надо было? Не туда. Оттуда я пришел. А, вот тут потушить огонь. А. А зачем я делал такой... Ага, гаечный ключ надо найти. Так бы сразу и сказали. Полезли обратно искать эту хрень. Значит, она где-то тут должна быть неподалеку. Гаечный ключ. Где-то, наверное, в том магазине я пропустил, где был сейф. Я сюда ходил. А, ну да, сейф. Или в сейфе. А в сейфе пойди найди, блин, пароль. Ничего нету. Так, а на слух можно? Сторону. Нет, на слух не получается. Окей. На слух, раз не получается, значит, надо искать дальше. Так, медикаменты. Та старикашка озабоченный, блин. Будь сни ты его. Та писец они бесячие. Та надо привыкнуть к расстоянию от зомби. То это ж писец просто. Так уж и быть, пришлось мне эту связку использовать.
качественный порох. Высококачественный порох. У тебя тут что? Обычные патрики, отлично. Они сразу сюда падают, супер. Амбрелла. Все проблемы за вас. И это все, зачем я сюда пришел, да? Серьезно? Так, туда не перелезть. Бабки. О, трава еще. Отлично. Они знали же, все пострадают на этом старикашке озабоченном. Так, ну туда нам тоже не пройти. Пусть все там кушают спокойненько. Что здесь у нас? О, мы тут не были, кстати. Вроде бы не были. Все. Шланг. Ну ладно, пусть будет там. Шланг. В карман такая закинула. Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Ну, ясен пень. Мне когда-то дадут отмычки? Хаешка, серьезно. Ну, пусть будет, ладно. Еще порох. Ладно, пусть полежит. Тут нет сохранения ящика, да? Да. Там не хватит. Пусть хаешка. А, хаешка на единичку, окей. Шланг нам нужен. Блин, ну запомню, что здесь порох. Примерно запомню, где это, потому что хрен запомню. Ружьишка. Нужен болторез. Спасибо. Я вот до сих пор не нашел. Так, ну тогда есть вариант сбегать, надеть шланг, освободить место и вернуться за порохом. Это должно быть офисы метрополитена, да. Ничего. Руководство. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После восстановления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Окей. Тут тоже нужна отмычка. И смысл от того, что сюда приперся, тут ни прохода, ничего. Ну ладно, погнали, то шланг наденем. Зомби вроде не резаются. Так, а шланг у нас надевать. Мы отсюда пришли. А что здесь? Здесь мы что-то забирали. Опять этот магазинчик. Тут нигде болтореза нету. Мне нужен срочно болторез. О, сейф. Что мы можем скинуть? Давай высококачественный порох сбросим. Патроны пусть будут. Шланг пусть будет. Шланг нам понадобится. Шланг нам понадобится. Пошли сейчас затушим огонек. Тут другого выхода нету, нету, да? Точно? Это куда дорога ведет?
Сорян, сорян, нет, мне не по пути. Я обойду лучше стороной вас там, тусите все. Занимайтесь своими делами. А я пойду своими делами заниматься. Так, мне наверх туда. Где? Подожди, где был подъем наверх? Вот. А, это просто, да? Тоже прохода сквозного нет. Окей. Значит, нам теперь надо потушить. Там все равно надо будет, скорее всего, этот шестигранный ключ накидной. Я думаю, одного шланга мало будет. Там уже и хватит, сейчас посмотрим, окей. Так, нам... Да, нам сюда, на шорткат. И чуть-чуть не туда. Блин, дверь так стрёмно закрывается. Сюда ж нам, да? Да. Слезай, Джилл. Бе. Бе. Орёт мне там на ухо. Используем сюжетного предмета. Чтобы открыть дверь или решить головоломку с помощью предмета, выберите его и нажмите «Использовать». Ну, как бы логично, Кэп. Не хватило, ты гляди. Хотя можно было просто, блин, так же включить его, он бы сам тут все затопил. Окей. Мы прошли дальше. Repair. Может, ножом можно сковырнуть? Нет. Больше и нечем. Вот. Блин, это несколько мест было. Надо будет вернуться сейчас. Пооткрывать болторезы. Кто здесь? Кто-то есть. Давай сохранимся. Сохраняемся. А. Блин. Ну ладно, вернемся позже назад. Вы с UBSS? Ага. Поосторожней. Вот только не надо так на меня смотреть. Так, давай. Нет, погоди, прошу вас. Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас, Стар, все такие тряпки. Неудивительно, что вас так мало осталось. А вы откуда? Убиваете своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Блин, у него рожа явно злодей, блин. Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка не нужна. Опа. О, мы дробаш хотели взять, да? Надо вернуться за дробовиком, кстати. Ну, пошли вернемся. Да, вернемся. Нам нужен дробовик. Так, я пересохраню, чтобы уже этой катсцены не было. Заберем дробовик. Это перекусывается? Нет. Так, нам на место еще сводить под дробовик. Поэтому мы это хранилище. Хаешку-то на толпу, кстати, зомби используем. Это мы потом объединим. Все равно пару патронов да потратим. Окей, пошли за дробовиком. За ружом, точнее. Так, а где оно у нас было? Оно у нас было... станции метро. Вот это тоже не можем попасть. Так, еще одно место освободилось. О, как раз. Там и куда ведет? А, мы отсюда пришли. Не-не-не-не, назад, назад, назад. Мы оттуда точно пришли.
тут закрыто у нас. А как же мы проходили туда? О, хаешку. И типа им похер, да, вообще? Поэтому нет, этого убило. А тем двум похер, охренеть просто. Ты все? Это... Нет, не все. Ага, хренушки. Этот вроде все. Так, ну хоть здесь чуть-чуть безопаснее стало. Донер, это еда. Блин, теперь надо все проследовать, потому что я толком не помню, где все было. Вроде и территории не, ну, немного. Кит брос реаливай. Так, по идее, сюда. Да. Здесь у нас был дробовик. А только он там был, окей. Был в другой комнатке чуть-чуть. Вот тут. Ружо есть. Угу. Да. Блин, мне бы рюкзачок побольше. А, вот порох еще. Отлично. Это мы не откроем. И где-то еще какая-то дверь была закрыта. Где, блин, честно, не помню. Ты коп, блин. Ты должен защищать меня. Не-не-не. Так, там вроде ничего не осталось. Так, ружье забрали. Теперь бы сохраниться бы еще. Ну, примерный путь до ружья мы помним. Медикаменты. Кажется, здесь была закрыта дверь. Или мне кажется. Да, мне кажется, здесь нету дверей закрытых. Даже в туалет прохода нету. А если кто-то в туалет заходит по пути, блин. Конечно, может там. Но... Там обычно склад. Бля, патроны для дробовика я выложил. Окей. Пошли еще прошмыгнемся. По местным достопримечательностям. О, сейф, отлично. Так, возьмем порох пока выложим. Патроны для дробовика пока возьмем. Шкатулка непонятно для чего нам. Сейчас дробовик мы перезарядим и место опять... А, у него 4 патрона уже было, окей. Было так было. Было так было. А где же еще одна дверка была, блин? Вообще не помню, где-то была дверь закрыта. Не, ну сейчас бегать искать дверь, это такое себе удовольствие. Попробую найти. Ладно, погнали дальше чуть-чуть. Теперь пойди вспомни, куда дальше. Вроде простой город, блин, а построен как лабиринт. Супермаркет. О, супермаркет. Что-то нашли. Что на супермаркете? Ее можно изучить? Что это вообще такое? Осмотр предмета. Любой предмет можно осмотреть.
Окей. Изучить. Синий камень. Синий камень. Это в начале метро. Можно было, по идее, туда вставить, наверное. И мне там что-то за это... Бляха, и положить некуда. И спрей тут. Мне срочно надо разгрузиться. Пока что дробовик мне не нужен. Еще порох. Так, надеюсь, тут сейф где-то недалеко. Вроде тут где-то недалеко был сейф. Где тут проход был? Который я тушил. Вот он. Сейчас я быстренько все там залутаю. Так, значит, вас пока. Вас все хранить. Мне пока пистолета хватает. И вас тоже. Нет, вас хранить не буду. Мало ли сейчас, где я окажусь там рядом. Мне кажется, каждый раз кажется, что они сейчас там уже прорываются вовсю. Так, порох. Есть. Спрей. Да, классная штука, знаем. Спрей забрали. И вроде все, да? Ага, туда не пройти. Вроде ж проворная девушка, блин, она даже перепрыгнуть пару ящиков не может. Окей, все. Все, мы это сейчас все пойдем скинем и продвинемся чуть-чуть дальше. И, в принципе, можно будет заканчивать. Ну, скажу так, довольно-таки интересно, прикольно. Я не думал, что меня резик затянет. Про вторая часть там. То, что действие происходит только в одном доме. Ну, почти в одном доме. Так, давай поскидываем. Я думаю, там будет ящик. А, это достать. Объединить с этим. Для револьвера, серьезно. У нас его нету. Все, пусть будет. Сохраняшка. Окей. Сорян. Не смог тебя спасти. Предсмертная записка. Ближний Восток, тогда она должна была быть легкой, быстрые деньги, наемник, короче, понятно. Кому интересно, можете почитать на паузе. Я в личную жизнь людей не лезу. Записка электрика. Общественные генераторы представлены гильдией электриков в Раккун-Сити. Электриков, там маги электричества, у них своя гильдия. Собакены, вы чё? А, я её зацепил всё-таки. Вообще оборзели. Тебя предупредили, что собаки не будут. Я бы хоть дробовик это опробовал бы. Есть что? Еще порох. Порох, пороховница, у Джилла еще есть.
Но мне не даст пройти. А бегать с ним по кругу, блин, тут. Да ну что ж они такие... Отстань. Патроны беречь надо. Как раненая бегает. Точнее, ну, она есть раненая, в принципе. Хотел сказать, не как раненая, как что-то другое. Ага, мне нечем. Пусто. Еще порох. Да, это не то клацнул. Можно было автоматически все это объединять. Ну, патроны ж, ну ладно уже. Красная трава. У меня зеленой нету. Набедренная сумка, ё-моё, наконец-то. Как много, ну, ну хоть что-то. А у меня есть зеленая трава, где я её подобрал? Не помню. Так, это мы сейчас тогда объединим. Объединить. Дробовик. Факт, в связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Нет, спасибо. Блин, нафиг, здесь будут собаки, почему бы до сих пор Коли взяли, надо попробовать, что она из себя представляет. Так, посмотрим, что будет чуть-чуть дальше. В принципе, уже 1:02. О, блин, что это за хрень? Фу. Я аж представил это, блин. О, сука, зеленой травушки. Сейчас явно что-то будет. Да, блин. А. У меня же еще одна шкатулка, кстати, в ящике. Надо было глянуть. Фу. Изучить. Отмычечки. И что, типа теперь бежать назад, блин? Ну, ну давайте на базе, там где-то вроде не... Ага, это сейчас будет обучение отмычкам, я понял. Отмычечки, отмычечки. Окей, ну давайте учиться, использовать. Это что за хрень? Джилл. Фу. Да блин, так же и стошнить может, такое это зрелище. Надо это вытащить. А вытащить что? Остановить питание подстанции. Паразит. Окей, паразит. Зеленая трава.
блин, и положить некуда. Я себя чувствую пока хорошо. И, ну, надо это вытащить. А каким макаром? Тебе туалет надо, как это, в обычные моменты? Стена какая-то. Включай. Там жучара уже ползет. Еще один. Так, теперь на ту сторону проползти надо, типа, да? Блин, как эта фигня мешает и давит на уши. Умри. Так, патронов на дробаш уже почти не осталось. Фу. Опасность. А, вот так вот, типа, полечился и норм. Я думал, там как-то все позамудреннее будет. Она взяла, выблевала его просто. Такую траву съела, как коты, блин, короче, получается. Поела траву, прочистила желудок и как видите, помогло. Ну ладно, не будем осуждать за эту игру. Что это? Лестница. Подождешь же, жук, подожди, я занят. Я занят, тебе говорю, блин. Опять опасность, так вы задрали. Все, валим отсюда. Свалили, блин. Ах ты ж, падла, они ж поверху ползают. А так они двухпатроновые. Или мне показалось? Как они мерзко шорхают за ушами. Да, блин, тут сейчас все патроны потрачу. А, еще один генератор, серьезно. Трехпатронная, ладно. Все патроны у меня заберут. Джил, будем ножом сражаться. Так, там включено, тут не включено, да? Ты тварь. Нет, 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 ну только не эту хрень в рот. Фу. Твари, блин. Фу. Я ж увернулся, блин. Они тут бесконечные, типа, тишо. Куда мне рулить? Не пойму, чуток. Тут включено. Мы вернулись к этому типочку. Самое начало.
куда проход? Фух, ладно, пойдем там. Так, теперь нужен рубильник основного питания. А, она автоматически туда вернулась, окей. Наслаждайтесь, жучары. Так, ну метро заработало. В принципе, мы им там помогли, спасли. А, все, да, вернули управление. Да. И типа они там все сдохли. Можно спокойно там пройти. Внимание, окей, внимание, это еще не это. Нет, не сдохли. Мне надо вернуться в метро. Да, там просто электростанцию запустили, все, окей. У меня есть? Так. Это достать. Ага, у меня вообще не густо всего осталось. Изучить. Открыть. Красный камушек. Окей. Хранить пока. Ну, дробовик у нас пустой. Пускай пока тогда вот так все будет. Так, ну, вроде пройдено, сохранились. Электростанцию запустили. Вот, поэтому понравилось, прикольно. Думаю, да, пройду ее дальше. Вот. Но следующее видео будет все равно какая-нибудь другая игра тоже на просмотр. Там вышло несколько прикольных. Поэтому всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам интересно. Оставляйте комментарии. Все, всем пока. Let's go. I see you staring, but don't want no smoke. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby. I snatch souls. It'd be murder, she wrote. 1, 2, 3, let's go.